знаем, что вы обещали съесть торт с изображением братьев Кличко. Причем одним куском. Одним укусом. Было такое? Вы знаете, на самом деле это написали журналисты. В общем-то, это, наверное, был некий элемент пиара. Ничего там я есть не собирался. У нас есть для вас небольшой презент. А вы вообще любите подарки, Николай? Я вообще люблю ножи. Да мы знаем, что у вас есть коллекция ножей. Вы заядлый охотник. Смотрите, что мы для вас приготовили. Кличко. Да, тот самый торт. Ну что, кто будет есть? Все? Мне кажется, на всех не хватит. Ножик хороший. И торт, судя по всему, свежий. Я не готов сегодня к поеданию сладости. Но мне кажется, кому-то очень будет вкусно. Так, Николай, вы сладкоежка или нет? Уже перестал им быть. Эстафету переняли мои дети. Это ужас, сколько они... Если их не контролировать, сколько они едят сладкого. Я в их возрасте был абсолютным сладкоежкой. Пока, Николай, вы заняты таким, ну, можно сказать, несерьезным делом. Я уже практически закончил. Да, хотелось бы задать серьезный вопрос. Как вам, как спортсмен решается уйти? Извини, братишка, я тебе ухо задел. Кстати, вот внимание, обратите, лица остались нетронутыми.